и за Пастовский район Татарстан. Я тоже, когда увидела в Арском районе теплицы, я загорелся идеей у себя в селе заниматься тепличными хозяйствами. До этого я занималась другими видами деятельности, торговлей. Была даже челночницей. И вот мы стали строить теплицы, стали выращивать огурцы. В 2005 году мы построили теплицу с капельным орошением, стали выращивать огурцы. И главный в моей жизни девиз – всегда стремиться к новизне, к передовому опыту. Я объездил много тепличных хозяйств, участвовал во многих семинарах. И я была на семинаре в Саратовской области. Я увидела там, как выращивают тюльпаны. И вот это меня увлекло. И вот в этом году, к 8 марта, мы вырастили 1,5 миллиона тюльпанов. Рассаду привозим из Голландии. И мы выращиваем рассады для озеленения наших городов, районных центров, и охотно это покупают. А также выращиваем рассаду арбузов, дынь, тыкв. Спрос на эту продукцию очень большой. Мы не боимся брать кредиты. Мы покупаем нужную технику, газовые котлы, другую технику, капельное орошение у нас есть. Мы купили машину для рассад. Это дает очень большой эффект в работе. Рассады приживаются на 90%. За агрономию в нашем хозяйстве я сама отвечаю, за агрономический труд. У нас в хозяйстве работает 50 человек. Зарплату платим вовремя. Работа у нас нелегкая, но желающих работать у нас много. И у нас круглый год работа. На зиму мы высаживаем рассаду помидоров, и зимой у нас зреют помидоры. Пользуясь случаем, хочу довести свою благодарность до президента Татарстана и главы нашего района. До того, как построить теплицу, у нас не было дороги. И к нам протянули асфальтовую дорогу. Это за счет республики. И если нам оказали такое доверие, построили такую хорошую дорогу, мы, конечно, должны оправдывать доверие республики. И вот очень полезны такие форумы, которые организует Всемирный форум татар. 4 года назад мы побывали в Чувашии, ознакомились с тамошними фермерами, предпринимателями, и это нас очень вдохновило. У нас на будущее большие планы. Планируем расширять наше хозяйство, нашу работу. Нас радуют украшенные города и села Татарстана, прекрасные сферы, парки, казаны, украшенные маслами и цветами.